ребенком. Ну и что вы думаете, пришли-ка мы, Кля? Вот, сколько? 3 километра, да? У нас плюс 18, хорошо так. Вообще ни штатив, ничего не брала, так. Только денежку взяли, ну и что вы думаете, зашли купить мороженое. Что я взяла? Покажу, сейчас вам приведу. Сейчас топать все это она будет делать. Вот. Ну, цены, конечно, меня порадовали. Сейчас приду, покажу. Лизах, выключи-ка, Антуя. Вон она. Пришли? Поздоровайся. Дай мне. Лиз, давай покажем. Вытаскивай здесь все. Мы подкупились. Мне понравилось. Да? Смотрите, что я взяла. О, папа нам звонит. На нашем семейном канале. Ну, что я вам могу сказать? Муки нету в Кауфландии. Сахар тоже 2, но зато красной рыбы, вон креветок, 50-30% дешевле. Сколько хотите всего. А съемку пока не удается сделать, конечно, так. Но я вас сейчас пройду, даже покажу. Только вот какая мука. Белой муки нету выше. И какой-то микс универсальный. Кайна. Что это? Как это? Вот так же стоит по 2 штуки. Но белой муки нет. Масло тоже мне не получилось взять. Сахар тоже вот. Ну, сахар пока есть. Вот. А так, вот такая вот ситуация у нас. Во-первых, не знаю цену вот этому вот прекрасному. Что это, как это? Ну, zum Kochen und Backen. А что Kochen und Backen, сколько это стоит и вообще, что это уже? Вот так-то, ребята. Зато всего остальное все, пестрит, ванзель. О, есть все, и все в 50% скидке. Плюс еще вон пломбир есть без скидок. Вот, видите, дорогущие. И вот, что я взяла. Все. 50% скидка, 75%. Вот это вот все я взяла со скидкой. 50, 75 и тому подобное. Продуктов полно. Все в ассортименте. Вон, пожалуйте. А тут вот дорогие. Все, 46% со скидки на мороженое. Это Kaufland. Все, скидки, не скидки, все красный. Так что все, слава богу. Вот, все хорошо. Все хорошо. Ну, что я могу сказать? Вот я и закупилась, я вам сейчас покажу. Я в Анди была, ну и нахожусь. Ой, у нас тепло, плюс 18. Вот, людей очень много. Кушает на улице мороженое, ну, кафе мороженое. Вот, я вам покажу, что купила. А закупилась я очень немало. Ну, правда, только дали в руки 2 килограмма сахара, и больше такого ничего не было. Но зато все остальное очень дешево, 50%, 75%. В общем, очень-очень, все по 50-75%, все со скидкой. Ребята, опять возвращаемся к нашему влогу насчет продуктов. Вот я в русском магазине, вот это я все взяла в русском магазине, потом сделаю, как говорится, обзор. Ну и заехала в наш любимый Lidl. В Lidl заехала и была очень удивлена. Купила. Говорят же, сейчас туалетную бумагу опять ажиотаж. Ну ладно. Но от чего я действительно очень довольна, очень довольна. То, что кошачий штрой полую. Песок вот этот, наполнитель кошачий пришел. Я не знаю, с чего, но опять он стал дефицитом. Вот. Мы за него прям ведем, как говорится, охоту. Ну вот, у меня сегодня удачная охота. Я целых 6 штук купила. Так как у нас киски не понимают такого, как-то нет, потому что они и кушают, и простите, продукты жизнедеятельности у них по расписанию, да? Они не могут сегодня сказать есть, а завтра нет. Ну вот поэтому
и занимаемся. А так все продукты есть. Гречка подорожала, капуста чуть подорожала. По мясу не смотрела, честно сказать. Вот. Так, стоять, бояться. А так все хорошо. Все подкупили. Минералку. Я вообще за минералкой и за кошачьим горшком, конечно, пошла. Ну вот, мне удачно. Ну, как и обещала, делаю разбор. Да, доча? Вон, Катюшка пришла. Поздоровайся. Привет. Здравствуйте все. Счастье. Что, опять счастье в дом? Счастье. Да, это наши тесты. Без них мы ни я на работу, ни дети в школу. Ну что, начинаем? Здесь я взяла мокрые салфетки. Вот тут я заехала в нашу булочную, взяла вот такие опять. Ну, конечно, как всегда. Как всегда. Ага. Вот. Смотри, дочь, я взяла. У нас сегодня плюс 15. Квас будет. Ты ручки мыла, кстати? Ага. И вот здесь сейчас попозже покажу, тортики взяла. Ага, помощница. Так, Зюсь показывай, что ты, да, Зюсик ткает. Это наша, как это, Абтайлунг, отдел сладостей, как она говорит, отдел сладостей. Булочки взяла, туалетную бумагу взяла, салфетки для кухни взяла. Это в русском взяла. Ты показывай, ты так быстро не бегай, сладкая моя. Так. Сушки, помощница. Я люблю сушки. Да, мы в курсе. Еще покажи. Тут сушки, да. Все есть. Русские магазины работают. Ничего у нас не закрыли. Так, вот взяла красную рыбку, как всегда. Вот на столик поставь, маме. Вот, капусту. Капуста моя подорожала. Стоила 5 с копейками. Сейчас 6,25 килограмм. Вот, сушки. Ну и да, хорошо. Я не хочу капусту. Да. Я не люблю. Прянички, да? Да, вот со скидкой все вот эти приправки у меня. Ой, ну пылесос, конечно, сейчас будет рады. Аккуратно яйца взяла. Аккуратно. Бананы, конечно же, взяла. Вот. Они так по 39, а я вон в Ангибуте их взяла со скидкой по 19 центов. Вот прянички. Еще. Да. Ну, сейчас я помню. Хорошо. Давай. Так. Потом, что мы взяли? Яйца мы белые уже взяли. Готовимся мы к Пасхе. Ну, правда, маленькие. Да. Маленькие. Эмка. Я люблю Эльку, но нет. Вот. Вот тоже. Это все. Сахар. Сахар Вальди, по-моему, Вальди полно и без ограничений. Если в Кауфланде надо было, как говорится, 2 килограмма в упаковке. Вот что я взяла, ребята. Вот смотрите. Это лакс. Это форель получается, да? По 7,90 килограмм уже чищенный на 30%. Вот давай, Катюш, вот сюда. Вот сейчас подумаем. Взяла я 3. Смотрите, какая красота. Я обожаю рыбу. Да, это лакс форель. Это как мы. Вот, да. Ганцы. Вот, написано. Ганцы лакс форели. Это тоже, да. Вот такая красотища. Красная. Да, вкусно. Это как мы в Шведен, да, ловили. Только мы большие ловили, а это маленькие. Вот это вот кило 190 уже выпотрошенное, ну, с головой. Это 744. Да, не на, уберем. А это 768. Вот это вот мы не меньше 2 килограмм ловили. Ну вот, взяли что там. Да, бананы, да. Потом, а, вот, радость великая. Это мое. Это да, вот вам, пожалуйста, дети обожают. Ты взяла за 1,5 евро в Ангибуте. Да, потом что еще? Паштеты взяла, вот эти делюксовские. Ну вот. Это мои. Путин. Вот. И все. Вот это по 65 центов. Тут написано индюшатина, потом свиная печень. И энтлеба. И утиная печень.
Вот. Раньше была только или гусиная печень, или утиная. Сейчас, видите, уже начали мухлевать. И свининную, хотя она, ну, больше я, конечно, брать не буду. Но так, почему бы нет, это очень дешево. Вот. Так, успели? Огурцы были в ангиботе сегодня. Вот. Сейчас вам все эти дам, покажу. Сейчас быстренько мы здесь убежим. Лук хороший взяла, свежий укропчик взяла по 90 центов упаковочка. И лук хороший взяла. Вообще довольная. Так. Булочки. Честно сказать, мне мука так-то сильно и не нужна, потому что мы берем вот. Мы берем постоянно вот такие полуфабрикаты, булочки. Вот. В общем, все вам показала. А тут мой помощник пришел. Он все полный, говорит, не лазит. О, Анечка пришла. Кто-то бежит. Ты это хочешь одеть? Одень. Тебе. К твоей подружке можно. Спасибо. Вот, смотрите, что я купила сегодня. Вот сейчас папа сегодня приедет. И мы будем стройнеть. Это марципан торта. Да, а это вот такая вот штучка. Очень вкусно. Такое. Да, 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 да. Это как птичье молоко наподобие, только еще с вишневой прослойкой. Тоже торт. Вот. Вот такая красота. И вот такие вот, как баурсаки, я говорю. Только сладкие, творожные. Так, дальше у меня вот тут ждем мы кошачьи корма, долго идут. Ну и вот, еда и корма на всякий случай. Я вообще не очень, но, сами понимаете, кошек кормить надо. И что у меня это вышло? Сейчас русский магазин мне вышел 17.35. Альди мне вышла с рыбкой 35.58. Лидл мне вышел 35.20. Вчера Кауфланд у меня 35 был. И до этого я в комби закупалась. Там где-то было 20. Вот считайте. И я закупилась полностью. Вот помидорки опять взяла. Вот эти вот большой XXL взяла роли. 8 штук. Все хорошо. Катюша, ты вон на полу оставила банан. Вон, на полу у тебя. Банан потеряла ты. Вот. Так что вот так вот. Ну, сейчас будем разбирать и кушать, да? Посмотрите, кто у нас тут солнечные ванны принимает. Балушка, ты кайфуешь здесь? Все, они ушли, они не хотят сниматься. Лиля, ты что здесь мне? Ой, господи, киси. На солнышко, да? У нас солнышко. Что? Что? Что вы пришли? Я все равно уберу этот звук. Пришла. Ой, ой. Утром мы пришли. Чуть-чуть за лаской, да? Вот так. Ой, ты красота моя. Ты моя красота. Вот такая красота. Шерстяная красота, да? Шерстяная красота. Песенки мне поют. Ты песенки мне поешь?